Абсолютно некрасиво. Один осталось. Ничего себе. Это проблема, когда два люди АФК. Давай, в лифт. Да, и мы ждали графини. А Дима, это был Марс со сливом. Ты говорил, ты на Марс. Это было Марс профи со сливом? Или... А, на ПВМС, окей. Думал, это Марс профи со сливом. Окей. Окей. Дико извиняюсь, я можно не буду знак брать. Например. Это самое, Женя, прикинь, вот хардфорд пропадет, и типа ачивы тоже. Кстати, да. На первый три этажи не бери, окей? Okay? После четвертый этаж бери, если медик не умеешь раз. Хардкор, да, я тоже слыхал, что убирать. Ну, сложность будет только просто. Я просто зол. Что это хуйня? Забрал хард. За новый Vulcan профи. Люди говорят, это между старый профи и хардкор. А что, Грэн? Стоп, так это типа просто сложность перенесут? Кстати, или... новый хард только 200 короны. 200. А еще через меня купить. А почему нет 320? Печально. Я люблю хард, это больше пиздец. Они не вернутся, они не удалили сед. Они, это только плохое обновление. Не-не-не, седа убрали, наверное, пока что, только этот сезон. Ну, сед, да. Я не говорю про RM, я говорю про убрал от игры. И все, 4 класса, я не 5. Не бесполезный пятый. Понял? Не-не-не-не, я знаю, но я хочу сед убрал от игры. Не сед в ПВП, не без... Сед в ПВП. Блядь, сед это класс для нубов. Это... Места нет в Warface. Никто не хочет пятый класс. Не знаю, откуда этот идея. Никто не говорит, о, Warface нужны пятый класс. Никто не говорит так. Это плохая идея, это самая худшая идея в Warface. Ну да. О, кстати... Кстати, хардкор, а это первая статуха, которую я прошел, знаете, из всех самых сложных. Первый это был хардкор. А ты просто представить можешь, как я потел, чтобы найти команду, типа еще ежик был на ветеранах и пройти. Это же вообще лютая жесть. Ты попробуй еще довести, что у тебя там два прохода и одну для нашивки типа осталось. Никто не верит. А раньше все так говорили, по-моему. Я по-честному говорю. Еще это задание в Киеве, где 3 раза надо хардкорд было пройти, тоже много мучений. Я Киеве не покупал. 3 раза со сливом. Не-не... Сука, через холодильник. Присни, пожалуйста. Присни, пожалуйста. Турелей больше нет. Спасибо.
Стой, стой, стой. Не активируй. Ты не инженер. Снайпера ты сейчас стримишь? Что там за кипиш был в ДСке? Я зашел вообще офигеть. Я тоже такое не люблю. Короче, я говорю, в Warface нет места за пятый. Это бесполезный. Это только класс за нубов. За нубов и все. Ты же на PvP. Человек не умеешь играть за нормальные пушки. Играет за сед. И все. Если челик тупой, тогда удалил его фейс. Сед может пошел нахуй. Да. Хуй им зон, Питер. Че вы прошли восход вдвоем? Когда вы уже пройдете? Слил после поджиг упал. Давайте это два. Нет, поджигатель упал на третьей фазе, но это слил, и поджиг не дернул. Ты знаешь, есть проблема, когда ты умер, ты возвращение далеко, да? Да. Наверное, вдвоем это всегда так. Место точка спауниться всегда будет далеко. Всегда. Ты помнишь, мы найдем место можно возвращения в близко. Это не работает вдвоем, наверное. Почему это не работает вдвоем, но это работает в пятером? А, точно. Уверен, это так. Тоже на Марс баг не, на Марс не работает в соло. Да, на Марс, ты знаешь, когда боты нет, ты кидай слепу на ликвидатор и бежал. Это не работает в соло на Марс. Хуй знает. Они ждут, что здесь будет принимать горячие ванны сам президент? Когда уже можно будет перевести что-то с серии Медуза? Мы найдем почти 210 мест, можно возвращение близко, но это не работает вдвоем. А почему у нас есть эта проблема? Ты помнишь, давно... А ты возвращение в место каждый раз, а потом после новой синхронизации проблема есть ты возвращение далеко. Давай по местам. По местам. Да я говорю по местам. Не, по местам, не активирую. Мне просто... Томагавк не буду завести, но так хочу себе перевести, я не могу. Щит. Где? Будущий ставлю мина. Я возьму знак. Будущий ставлю мина на портал. Щитимба. Ну да. Ты знаешь, почему щиток имба? Из-за обновления сед. Ага. Это еще... Почему я ненавижу сед? А за сед...
Засед, нам нужен щитоносец, убей людей в два удара. Да. Я ненавижу Сед, я ненавижу. Этот сезон РМа Седа убрали. А почему только Сед был в РМ сначала? Сначала, блядь, нормальные люди без Сед на РМ. Ну, это 6-7 вот месяцев. Что 6-7-8 месяцев они делают ничего. Ничего. Ебаный пидорас Сед. Первую прокинем. Я левый. А сколько гранаты кинул? Блядь. Сколько... Пиздец. Сойди. Давайте следующую прокинем. Давайте, я влево. Пошли. Знак. Интересно, кого там видит? А кто меня? Ставлю я. Лол, я сам умею. О, не поставилось. Мина не поставилась. Блядь. Не-не-не, он что-то так реально забагался. Жёстко. Что-то сказать хотел? А, во. Сэда на РМ ввели, ебать. Я как профессиональный снайпер с золотым АХом охуел такой. Ладно, думаю, надо выбить Трувеллу, ебать. Выбил себе Трувеллу, и его убирают, пиздец. Хорошо играем. Да, С разор. Сюда. Куда мне сесть? Я последний прокину. Давай штурм, ты первый. Я вижу точно фабар. Давай медик второй. Медик второй, окей? Окей, окей, окей. Без риск. Нет, 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 нет. Давай, давай, быстрый. Я последний. Мне кажется, ли ботов реально больше стало, когда... Я знаю, возьму. Там горит дикобраз уже сейчас. Я его раздолбал. Успел? Не, Женя, не успею, бери. Сука. Там турелька тоже горит. Сейчас. Блин, он меня с вами шотит. Вас понял. Сделаю. Пиздец. Щит убил меня, это не уничтожен. Она горит. Я не могу знак брать уже. Я тоже не знаю. Ебаный щитоносец. Ваншот. 8 смерти на харде, уже вкусно. Два раза щитоносец. Не, 3-4 раза щитоносец. Да, два удара, если ты в полной здоровье, полной броне. Если ты не полный, это один. Один. Это бред. Это имба. Мне бы таких, наверное, в тиму.
Как это стоп? Очковый. Ну, можно, да. Раз этот самый, кто-то делал ответы на вопросы. Этот чувачок с бородой, я забыл, как его там. Короче, рассказывал, что щитоносцев прокачали, и они так теперь быстро убивают. А, да, это уже это. Да, прикольно. Кто АФК будет? Кто? Ну да, я тоже не успел. Вот это революция ботов. Трудник охраны. Это эволюция. Что это говно пушка? Ты Дима, почему ты в Келико? Это говно, это говно штурмовая винтовка. Типа, это же зима, да? Нормально вообще. Четко. Это свой же. Да. Немедленно покиньте сектор 12. Кидаю гранату. Спасибо за гранату. Мне нужно прикрытие. Открыть огонь на подавление. Активация защитного протокола 1-4. Твой сразу. Доминатор. На стелс. Да, можем делать доминатор на стелс. Помнишь? Это постоянно видел. Кто хочет на VPN на американский сервер? Там пинг жесткий будет. У меня так в игре интернет иногда лагает, а то еще американский сервер. Мой интернет с ума сойдет просто. Же надо в VPN, да, для американского? Нет, но у меня есть 2-3 человека норм, но вроде это не нормальный сервер. Привет, Женя, привет всем. Привет, Макс. Привет. Привет. У меня все замечательно, у вас как? Хорошо. У меня вопрос, вот когда я вот говорю, эхо сильно отдает? Нет, нормально. Только тихо очень, соответственно. Коди, да, сейчас лучше. Не кричи, пожалуйста. Ты чувствуешь, когда в твоей квартире остался только принтер, компьютер, стол и кресло? Как так? Я кину гранату, блядь. Кризис, все, чертов плохой, дом. Хуимзон. На самом деле, я после ремонта решил зайти, все, вот, заказал обои. Нет, а жаль, я мечтал, короче, обойти. Граната, быстрее.
Чё-то... Суицидник. Да, бля. Она горит, что? Один шершень осталось. Я в дым, я ничего не вижу. Шершень больше нет. Зазель, я. Сука! Женя, я тебе не помогу. Fucking shields. They really fucking suck. I agree. I hate shields. Справа, справа. Я как всегда в соло зажимаю, я не знаю почему. Ты стрелял в слабое место? Нет. Это вот почему тогда. О, сатуры дыхание. Зависит. Одновременно стреляю. Ну да. Ставлю мини на портал, щитоносец буду. Давай на справа портал. Нормально. Давай по местам. Все готов? Нет, пошли. Я справа. Я возьму знак. Help me. Там бот внизу, Жень. У тебя в упоре. Справа ковра убит. Да, 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 там, по-моему. Давай, нажимай. Внимание, это частный комплекс. Мы не гарантируем вас. Если вы немедленно не покинете его. Ничего себе. Я прокинул дикобраз. Жень, зажимай. Чё, медик, давай с нами зажмём сейчас. Чётко. Левая декабра. Стою сегодня на ПВЕ профи с ножом на вертолете, думаю, ну один раз ударю, ничего не будет, и выкинула как. Нет, вот именно то, что при переходе. Нет, при переходе где-то суммарном 3 раза в гидро выкинули. Компания на корабле. Че удар. Мины. Я левую ставлю. Не взорвалась левая. Ты мой. Минус. Минус. Иди сюда. Что это было? Это подкат был. Медик прям в меня такой.
Привет. Привет. Снайпер Дима, тебя долго еще? Кто там? Это экспедиция. Нам снайпер нужен. Мы с ним идем в Марс. А, Марс с Торфи со Сливом, да? Мы на хардкор сейчас. Окей. Последний этаж. Удачи вам. Спасибо. Нас хотели украсть. Снайперы Дим. XXX. Счет время. Файда, вы все короны. У нас есть много времени. Андрей, бери бластер. Бластер. Можно пере... А, блядь, ребята, можно перезарядить шанс за нашивка с киста? Да, да, это работает. Можно после Йорсона... Била? Блядь, если мы идем на сбор, это время не закончилось, окей? Okay? Можно да? Перезахожу там. Да, да, серьезно, работает. Просто не иди на сбор, окей? Okay? Мы не идем на сбор, это не закончилось, окей? Okay? Можно перезахожу, когнитива комната, мы идем до конца, окей? Okay? Вот так можно перевести? Да, работает, 100%. Нет, терять ничего. Если ты не хочешь тратить опыт, давай в следующий раз, но Андрей, ты 90, можно перезахожу. Okay. Если хочет, конечно. Интересно, оставят ли говёные ачивы за профи или за хардфорд? Это будет смешно. Если только без единички. Кто на Криса? Криса. Я? Всех пятером за одну колонну. Лучше это медик, медик. Там просто смотри, впереди блок тоже. Не убивай. Да все, гляньте, потом добью. Нет. На марафон я не пойду. Я не вижу марафон. Я бы хотел ачивы по отдельности забрать. Я не хочу ачивки, я не хочу ходить там. Я прошел там два раза на американский сур. Я говорю, я больше не пойду на марафон. Это скучно, это худшая спецоперация в игре. Ну только не старая, поэтому. Я ненавижу марафон. Я ненавижу раком системы ресурсов. Я ненавижу врагов, я ненавижу терминал, и все я ненавижу. я тоже не люблю гидры. Если жетонов вернуть, я больше не пойду на гидру, кроме один раз в неделю, да. Если жетонов бесконечно, это не проблема. Но если жетонов там, я хочу на другую.
спецухи. Интересно спецухи. Они дерьмо для нюбов. Кстати, а жетоны вернут? Я ненавижу все миссии с нижней бестью. Все. Давайте это удержим счет. Удержим счет, давай. Стой. А кстати, знак эти жетоны вернут? Или так и будут бесконечно? Это что? Жетоны вернут? Знак или жетон? Жетоны. Хуй знает, Хаймзон Питер говорит за апрельное обновление жетонов доступа будет убрал, но на следующее обновление будет снова выигра. Но никто не знает 100%, но я думаю, на следующее обновление жетонов будет вернуться. Я думаю, это лучше, если... Крыса. Никто не любит жетонов. Жетонов... Дело много проблем. Это слишком тупо, как по мне. В 4 утра надо было зайти. Они хотят, люди играют в игры, но это... Жетонов доступа, они не бесплатно, они за кредиты. Как ты, они думаешь, люди будут играть? Слушайте, а может ты знаешь, на ебаный американский сорок жетонов доступа за варбаксы? Да, серьезно. TCH ворбакси за один жетон. А да, может они типа ввели бесконечный жетон только на время карантина? Чтобы так и есть. Думаю, да. Жетон. Вряд ли. Ну это лучше без жетонов навсегда. Еще один, ребят, еще один. Хаймсон никуда делает, как люди хотят. Говорил, Крис нефти не будет, ага, конечно. Я думаю, Хуимзон хочет игры умирать. Хуимзон хуисос. Так, что происходит? Да лё, ребята, предъявитесь. В следующий убивай. Да. Я, короче, туда сразу перезайду, и ничего брать надо. Джонни, не надо брать знак, можно перезахожу и... Окей, я перезахожу. А, крыса. Пиздец! Тупо на турель минус 4. О, успел. Я промазал, извините. Еще. Андрей, ты далеко? Уже присоединяюсь. Извини, ребята, я промазал на турел, окей? Да, ничего. Это болтовки бластер, что делаем там, да? Нет, конечно, нет, наверное. Да, можно. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. А что? Пошли. Сейчас посмотрим, засчитает. Засчитывает, я тоже помню. Всем привет, всем здорово, Женя, привет. Привет. Привет, кто там? Нури. Это Нури. А, привет, Нури. Как дела?
Нормально. Я за Димой пришел, за снайпер. За второй. Хочу забрать его с собой. Да, на Луну хочу забрать. На Марс профи со сливом, да? Да. Сколько этажей осталось? Ну, мы прошли. Да, мы... Максим Барбаксов поднял. Три раза подряд. Да, на высокой короне со сливом. Нет, мы там... Женя, мы вчера прошли три раза подряд, общий счет забрали, но время не смогли забрать, потому что у нас новичок был. Три раза подряд новичка проводили. Поняла. Не, ремень взяли. Время. Провода. Ну, на тебя местный хотел, а там Юрен был. О. Если что, мы у тебя в деске ждем.